Караганде состоялся первый парад детских музыкальных ансамблей и оркестров. Такие шествия в этом году организовали одновременно во всех крупных городах страны. В шахтерской столице музыканты и танцоры прошли маршем по Каскадной площади, затем по улице воинов-интернационалистов и по главной аллее Центрального парка, где состоялась торжественная программа. Прошел первый в истории парад детских музыкальных оркестров и ансамблей. В шествии приняли участие школьники и студенты. Более 2000 участников прошлись от Каскадной площади до сцены Центрального парка. Мы очень рады, что участвуем в этом мероприятии. Мы рады, что дети видят такие вещи. Для нас большая честь участвовать в таком грандиозном событии, которое будет проходить первый раз в Караганде. Мы можем показать все наши достижения, наши костюмы. Более 50 коллективов прошлись на шествии. Это барабанщики, духовые оркестры, хоровые и танцевальные коллективы и черлидеры. Заранее на репетициях они не только оттачивали танцевальные движения на ходу, но и учились попадать в ритм оркестровой музыки. Организаторы признали, что намерены и дальше ежегодно устраивать подобные мероприятия. Сегодня, 1 июня, в День защиты детей, по инициативе Министерства образования и науки впервые по республике проводится парад молодежных и детских оркестров. На областной площадке в городе Караганде у нас принимают участие 2200 учеников. Это из общеобразовательных школ города Караганды, организации дополнительного образования, студенты колледжей, студенты вузов. Инициатором проведения первого парада оркестров стало Министерство науки и образования. Сотрудники ведомства считают, что такое зрелищное музыкально-театрализованное шествие не только повысит уровень музыкальной культуры у молодежи, но и поднимет престиж учебных заведений страны, а также будет мотивировать детей заниматься творчеством. Асель Сазымбаева, Жара Гибаева, Исламбек Оспан, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский.